Еще один шаг к улучшению жилищных условий многодетных семей. К земельным участкам в микрорайоне «Факел» на Ренмар-Вилледж провели газ и электричество. Готовность инфраструктуры оценила Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого округа. По результатам итоговой проверки электро- и газоснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям под жилищное строительство, выдано заключение о соответствии объекта необходимым нормам и требованиям. Новые дома многодетных семей будут располагаться на двух новых улицах, которые совсем недавно появились на карте поселка Факел. Улица Яралова и параллельная ей улица Садецкого. Именно здесь подготовлены 73 участка под индивидуальное жилищное строительство. Все участки размежеваны и распределены. На некоторых из них уже стоят коробки домов. Для полноценного жилого помещения был необходим газ и электричество. Газопровод низкого давления построила компания «Стройдетальсервис» по заказу централизованного стройзаказчика. Контракт между организациями был заключен в июне 2016 года. В ноябре подрядчик сдал все работы. Теперь документация направлена в департамент на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. А дальше мероприятия по постановке на кадастровый учет данных сооружений запланированы. И в дальнейшем регистрационные действия для передачи в казну Ненецкого автономного округа. Это примерно займет 1,5-2 месяца. Параллельно с газификацией велись работы по сооружению линий электропередач к земельным участкам многодетных семей и жилым домам микрорайона Наринмар-Вилледж. По улице Яралова также установлены лампы наружного освещения. Для полноценного функционирования нового микрорайона осталось построить дороги. По словам главного инженера Наринмар-Доринстроя Александра Нигматуллина, проект на строительство дорог по двум новым улицам пока не разработан. В этом году будут завершаться дорожные работы, начатые на Факеле в 2016 году. Основные строительно-монтажные работы по шести улицам закончены, освещение закончено 100%, везде горит свет. Мы планируем во втором квартале этого года устранить некоторые замечания, которые нам выставил стройжилнадзор, и после этого мы будем сдавать этот микрорайон полностью, все шесть улиц. Сегодня в очереди на получение земельного участка стоят 500 многодетных семей Ненецкого округа. 431 семья проживает в Наринмаре, 47 в поселке Искателей и 22 в населенных пунктах округа. Валентина Чибичик, Антон Водряков, телеканал «Север».